Всем привет, дорогие друзья! Продолжаем вязать наш урожай. Сегодня у нас будет два простых мастер-класса на лимончик и апельсинчик. Они достаточно простые, вяжутся очень быстро, поэтому в одном мастер-классе мы разберем сразу оба предмета. Для вязания этих простых элементов нам, как всегда, понадобится пряжа. У меня это в обоих случаях ирис. Крючок 1,5 мм, мой любимый. Вы можете выбрать крючок побольше и пряжу потолще. Синтепон. Игла для сшивания деталей. И, конечно же, ножницы. Вот и весь набор. Освобождаем пространство и приступаем к вязанию. Начинаем вязать лимон с нашего любимого кольца амигуруми. Набираем в кольцо 6 петель. Так как лимон начинается с тоненького хвостика, первый ряд мы провяжем вообще без прибавок, только столбики. 6 столбиков без накида. Со 2 по 9 ряд мы вяжем по 3 прибавки в каждом ряду. Первый ряд прибавка, столбик, прибавка, столбик, прибавка, столбик. Третий ряд прибавкой 2 столбика. Четвертый ряд прибавкой 3 столбика. И так далее до 9 ряда, где должно получиться прибавка и 8 столбиков без накида. Таким образом у нас получается вот такая миленькая и правильная деталь. Как всегда, я вывожу внутреннюю ниточку наружу, чтобы отметить начало ряда. Мне так очень нравится. Теперь провязываем 6 рядов просто столбиков без накида вверх. Большая часть лимона связана. Теперь нам нужно провязать зеркально в обратную сторону ряды с убавками. Начинаем с убавки и 8 столбиков без накида. И так далее вяжем до самого конца. Последний ряд вяжем просто столбики. И можно сказать, что наш лимон готов. Во время вязания не забудьте положить внутрь набивку. Когда все столбики связаны, провязываем полупетлю. Обрезаем нить, аккуратненько вытаскиваем ее и оставшимся кончиком прошиваем получившуюся дырочку. Это получится намного красивее, чем если эти петли закрывать. Ну вот и все, лимон готов. Такой яркий, солнечный и красивый. Кладем его в чашечку с чаем. И приступаем к вязанию апельсина. Для вязания апельсина нам, как всегда, понадобится пряжа, крючок и 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Вяжется апельсин очень просто. Нам просто нужно связать шарик. Для этого по стандарту мы делаем по 6 прибавок в ряду. Первый ряд все прибавки, второй ряд прибавка и столбик без накида, третьей прибавкой 2 столбика и так далее, пока не будет ряд прибавка и 5 столбиков без накида. Далее мы провязываем 6 рядов просто столбиками и в обратную сторону зеркально вяжем ряды с убавками. Убавкой 5 столбиков, убавкой 4 столбика и так далее до последнего ряда все убавки. В итоге мы получаем шарик практически идеальной формы и размера. Чтобы наш шарик стал похож на апельсин, сверху вышиваем маленькую зеленую звездочку. Делаем это произвольно, так как получится, так как вам кажется нужным. И вот получились два братца, лимончик и апельсинчик, примерно одинакового размера, отличного красивого цвета. И просто идеальные для игры элементы.
Я уверена, вязание именно этих элементов у вас не вызовет никаких вопросов и непоняток, но если они остались, напишите мне вопрос в комментариях, я постараюсь вам на него ответить. Ну и до следующего мастер-класса! Следующими будем вязать ягоды. Приготовьтесь! Всем пока!